Какие ассоциации приходят вам на ум при упоминании шотландских танцев? Думаю, большинство ответит – мужчины в клетчатых юбках. Ну а если правильно – в килтах. Накануне у чебоксарцев была возможность и килты увидеть, и станцевать самим. Наша съемочная группа не смогла пропустить такое событие. В танцевальном зале гимназии номер 5 организаторы ожидали примерно полсотни человек. Однако желающих приобщиться к шотландской культуре оказалось гораздо больше. Они еле поместились. Танцевать пришлось в два круга. Начали с самого простого. Внимание! Начинаем с правой ноги и медленно. Оторвали пяточки от пола и пошли. И правая нога закрыли. Правая нога. Меняем ножку. Левая нога. Закрыли. Левая нога. Но через считанные минуты собравшиеся уже бодро и уверенно перемещались по залу под музыку. Движения усложнялись и даже складывались в целые вариации. Пожалуй, единственным недостатком стала нехватка кавалеров. Но в сторонке платочки теребя никто не стоял. Вперед, назад. Танцы шотландские, а преподаватели местные. Эти ребята профессионалы своего дела и преподают не только во время фестиваля. Я из Чебоксар, а интерес к шотландским танцам произошел как раз через танцы. Эти танцы очень объединяющие, так же, как вот русская душа, да, она стремится вот за счет широты каких-то своей души к общению. То, что вот в нашем последнее время народу нашему, мне кажется, не хватает. Вот эти танцы, они очень объединяют людей разных возрастов, разных социальных групп. Профессии. Абсолютно по всем таким разным направлениям вы танцуете за ведущую пару, вы танцуете вместе с другими людьми. Чувствуешь поддержку, взаимопомощь в этих танцах. Я думаю, это нашему народу как раз очень близко. Мы сами тоже ездим по другим городам, учимся также у других преподавателей шотландских танцев, которые, в свою очередь, учились у непосредственно, скажем, преподавателей, которые приезжают непосредственно из Великобритании, из Шотландии. Фестиваль в Чебоксарах стал традицией, но уроки к танцевальному коллективу приходят тоже целыми коллективами. Я уже третий раз на этом фестивале, жду с нетерпением каждый год. И сегодня я привела своих учеников, целых 25 уже человек, и они все с удовольствием танцуют. Мы любим этот фестиваль и ребят, которые его организуют. На мой взгляд, это настоящий праздник. Восторг, ощущение единства, праздника, счастья. Я вообще активист, я люблю вот такие вот мероприятия. Вот когда нам сообщили, я сразу захотела прийти. Шотландские танцы очень интересные, у них необычные движения ногами, да. Вот таким образом к шотландской культуре чебоксарцы приобщались не менее 2 часов. В конце слегка уставшие, но довольные в один голос заявляли: «Теперь запишемся в студию». Ольга Пырочкина, Евгений Анисимов, Республика.